В Железноводске конкурс операторов фронтальных погрузчиков. 16 профессионалов Юга России боролись за звание топ-драйвер SDLG. Рассказывает Ирина Горяйнова. Три испытания на мастерство вождения, точность манипуляции ковшом и работа с грузом. Отлично! Борьба упорная. По итогам трех этапов разрыв между победителями всего секунда. Первое место у ставропольчанина Дениса Каляушкина. Погрузчик очень хороший, хорошая компания, выносливый, скоростной, плавные повороты. Очень хороший погрузчик. Легче, чем автомобиль. Победителям дипломы, ценные подарки, главный приз – поездка в Китай. Для зрителей – выставка дорожно-строительной техники CDLG и пресс-конференция представителей завода и его российского партнера «Русбизнес-Авто». Четвертый год россияне удерживают звание лучшего дилера экспортных рынков CDLG. На юге страны техника особенно востребована. Активно развивается строительство, приводится в порядок действующие, прокладываются новые дороги. А технические возможности китайского завода с его европейским партнером «Вольво» настолько высоки, что шведы отказались от производства спецтехники под собственным брендом, передав его CDLG.